Надо понимать логику действий властей. Они сейчас будут действовать по шаблону. Есть федеральный перечень отраслей, считается, которые наиболее пострадали от ситуации пандемии, да, утвержденный Мишустином. Соответственно, сейчас власти регионов, имеющиеся у них средства, направят на адресную поддержку согласно этому списку. Расширять список нет никакой логики, потому что и так количество денег ограничено.